чувствую себя, не знаю, принцессой, как будто бы из сказки. Слушай, девочка такая. Что ты вообще скажешь по поводу Руслана? По поводу Руслана? Он достаточно интеллигентный молодой человек, на первый взгляд. Знаешь, не пообщаешься, не узнаешь. Сейчас буду смотреть, присматриваться, но пока я не говорю о том, что у меня какая-то дикая симпатия. Он меня защищает, мне это приятно. Я себя чувствую как за каменной стеной. Вообще, в принципе, что мужчина... это, наверное, все-таки настоящий мужчина, потому что, несмотря на то, что я к нему никакого отношения пока не имею, он только за мной ухаживает, он не позволяет кому-то меня обидеть. Он не позволяет кому-то грубого слова про меня сказать. Это показатель. Вчера на поляне была грандиозная вечеринка в честь Анни Мадан и Макса Моргенштерна, которые уже год вместе. Правда, праздник чуть не закончился дракой из-за привольного поведения Бена по отношению к Кате Гориной без 5 минут невесте. Я твою девушку, например, стою с своей девушкой, сижу рядом и беру ее голову, и она твои действия. Но она же просто звенит. Я позвал к себе. Хорошо, давай сейчас извинись без очереди перед твоей... Нет, давай не сейчас, завтра ты извинишься. Сегодня Бену предстоит разговор с парой Кати и Артура, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Катюха, извиняюсь, еще раз еще. Куда у нас? Потом поговорю. Катя, слышишь? Что? Я в качестве извинений тихо завтраком готов. Потому что... Это не останется в качестве извинений. Это очень плохое просто. И вообще я не против. Я муж хочу. На двоих с Артуром. Тогда СС. Я просто представляю себе этого по Артуру. Артур, какие вопросы? Катя, забыли на завтрак. Ну все. Малышка на миллион. Вообще. Ну приятно. Но пока ухаживает за мной только Руслан. Поэтому я не могу чего-то сказать конкретного. Да ты будешь поднимать ухаживать от всех? Но я хочу серьезные отношения построить, мне нужно всех посмотреть. Он старается, вижу, Руслан. Да, он каждый день дарит по розе. Да? И записки пишет. От тайного поклонника. А, от тайного? Угу. Ну, ты мило. Да. Из всех пока что лидирует Руслан. Это на твой взгляд? Угу. Ну, потому что он за мной ухаживал, а тебе боялись признаться в симпатии, они не проверяли ко мне никаких знаков внимания. Ну, а тебе визуально кто больше нравится? Я тебе уже говорила. Малой? Мне нравится Андрей, он очень сильно похож на моего брата. Внешне. Визуально. Располагает к себе Руслан. Можно как-то совмещать два